Ірина Миронова, тренер синхронного плавання, завітала сьогодні до нашої студії. Вітаю вас, Ірино. Здравствуйте. Отож, чемпіонат синхронного плавання цього року буде проходити у Миколаєві. Хотілося б дізнатися, коли і як. У нас как бы чемпионат Украины не очень часто в Николаевской области. Мы постоянно боремся за право, чтобы Николаев принимал участие в этом грандиозном, мы считаем, для нашей области событии. Вот. И по стечению обстоятельств у нас в Николаеве с 31 октября по 2 ноября будет проводиться чемпионат Украины среди детей. Вот. Будут участвовать очень юные участники. Это девчонки 2004 года и младше. Приедут много команд. Ну, много команд, в моем понимании, это мало областей. Вообще, как бы, синхронное плавание – это сложный вид спорта. И чтобы его развивать, нужна огромная база. Нужны бассейны, нужны залы, тренажерные залы, акустика. Вот. И только 4 области развивают этот вид спорта. Что это за области? Это Николаевская область, Харьковская область, которая лидирует в развитии. Там и сборная, там полностью вся база, вот, Киевская и Одесская область. Сколько всего команд? Мы так понимаем, 4 области, сколько команд? Команд будет 7, то есть от Киева, Одессы и Харькова будет по 2 команды. А от нас будет одна команда, будет хотелось бы узнать об этом поподробнее, кто участники и вообще какие у нас шансы? Шансы, ну, я бы сказала, мы претендуем, можем претендовать на 3-е место, в принципе, вот, но это так как субъективный вид спорта, вот, может быть, что-то поменяться, но мы на это надеемся очень, да, у нас работает хорошая команда тренеров: Шумилова Елена Игоревна, Синько Елена Павловна, вот, и под их чутким руководством, я думаю, у нас все получится. Синхронное плавание довольно-таки тяжелый вид спорта, и особенно для деток. Да, да. Потому что это требует ежедневного посещения. У нас даже малыши ходят, тренируются не менее 4 часов в день. То есть 6 раз в день, в неделю, извините, по 4 часа, это огромная нагрузка. И при том сейчас дети как бы не сильно здоровая нация у нас, вот. И не все выдерживают такие нагрузки, не всем подходит и время. Есть очень много таких критерий. Но я бы хотела сказать, что самое главное – это желание. Желание быть... Плавание вообще полезный вид спорта, им советуют заниматься многим. Синхронное плавание, в чем его плюсы? Синхронное плавание, потому что оно развивает со всех сторон. И хореографически, мы хореографией очень много занимаемся. Мы видим сейчас даже кадры. Да, и акробатика, вот, пожалуйста, вам. Это очень огромная физическая нагрузка. Дети качаются, качают руки, ноги. То есть надо их еще правильно поставить осанку, научиться быстро двигаться в воде. То есть вот сейчас демонстрируется, это был наш прошлый чемпионат. Приехало очень много команд тогда, вот, и прошел, конечно, старт на ура. Это был первый наш старт в 2014 году. Да, чемпионат Украины тоже был, вот, и тогда мы получили колоссальную поддержку от городских, областных спонсоров, то есть мы были очень довольны, и вот благодаря этому к нам хотят приезжать. Хотелось бы узнать, каким образом проходит конкурс на выбор области, в которой будет происходить чемпионат. Чем мы можем, в чем наш козырь? Наш козырь, у кого есть вода, самая дешевая, там мы приезжаем. Вот, благодаря нашему директору КАДУ США Украины, Гуменюку Сергею Николаевичу, наш бассейн функционирует, работает, вот, и мы можем проводить этот старт. Изначально этот старт должен был проводиться в Киеве, но из-за проблем с водой
его просто перенесли на другую область. И как бы мы были удостоены... С радостью. Да, мы очень, да, были рады, когда нам разрешили, можно так сказать, проводить у нас. С какого возраста вообще можно отдавать деток на плавание, синхронное плавание, просто на плавание? Ну, вы знаете, есть дети, которые приходят в 5-6 лет, мы вот набираем с 5-6, но они настолько еще не понимают, зачем они туда пришли, они бессознательные абсолютно. А есть детки, которые пришли в 10 лет, даже в 11, и они буквально за полгода показывают невероятные чудеса и способности свои, и они догоняют программу буквально там через полгода, они уже могут выступать. То есть это зависит от... способности. Синхронное плавание очень красивое действие. Могут ли николаевцы прийти посмотреть на чемпионат, понаслаждаться этим зрелищем? Да, мы приглашаем всех 31 числа в 5 часов дня на открытие нашего чемпионата Украины по синхронному плаванию среди детей. Вот, также вы можете прийти 1 числа и 2 числа, там будут еще интереснее программы, такие виды как соло, дуэт, группа, комбинированная группа. Так что приходите, мы будем очень рады вас видеть. Дякуємо вам, я думаю, что будем ожидать действительно побед, желаем нашей детской сборной не только третье, но, наверное, первое и второе место. Ой, спасибо. Весь Николай будет держать за наших деток кулачки. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нас завітала тренер синхронного плавання Ірина Миронова.